Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и сегодня я покажу вам рецепт универсальной, очень эффективной маски для кожи вокруг глаз. Маска, которую я сегодня предлагаю вам вместе со мной сделать, очень быстро разглаживает даже самые глубокие морщины под глазами, убирает гусиные лапки, и если вы нанесете эту маску на верхнее веко, то эта маска очень хорошо также подтянет и верхнее веко. Маска универсальная, рецепт очень простой, так что видео будет полезным, информативным. Устраивайтесь поудобнее и всем приятного просмотра. И давайте приступим. Для этой маски нам понадобится пищевой желатин. Желатин можно использовать тот, который продается в пищевом магазине для приготовления различных желе, десертов. Также можно использовать и крупный желатин. Если у вас желатин крупный, то лучше всего перемолоть его в кофемолке до получения очень мелких гранул. Это намного облегчит приготовление масок. И лучше заранее перемолоть желатин, потому что желатин – это природный коллаген, который очень часто используется в домашних масках. Нам понадобится 1 столовая ложка желатина. Желатин добавляю без горки. Следующий ингредиент для приготовления сегодняшней маски нам понадобится 1 столовая ложка минеральной воды. Минеральную воду можно заменить обычной кипяченой водой. Затем нужно очень хорошо смешать воду и желатин. Если у вас желатин плохо растворяется, то его нужно подержать на водяной бане и довести до однородной консистенции, так, чтобы он хорошо набух и не было комочков. Следующий ингредиент для приготовления сегодняшней маски нам понадобится сливочное масло. Использовать лучше всего домашнее сливочное масло. Если под рукой нет домашнего, то можно использовать и масло покупное. Главное, чтобы сливочное масло имело комнатную температуру. Затем нужно тщательно вбить сливочное масло в желатиновый состав. Следующий ингредиент для приготовления этой маски нам понадобится витамин Е. Витамин Е можно использовать как в капсулах, так и масляный состав витамина. Витамин Е – это витамин молодости и красоты, и поэтому применять его в приготовлении домашних масок тоже рекомендуется. Нужно добавить 5 капель витамина Е. Затем нужно все очень хорошо перемешать. Следующий ингредиент для приготовления этой маски нам понадобится глицерин. Глицерин – это бесцветная маслянистая прозрачная жидкость, которая очень хорошо смягчает кожу. Добавляю 3 капли глицерина. Затем нужно все очень хорошо перемешать. Для удобства использования этой маски нужно переложить ее в пустую баночку от покупного крема. Так, чтобы эта баночка герметично закрывалась.
Этот уникальный состав крем-маски можно хранить в холодильнике в закрытом виде до того момента, пока она не закончится, и использовать ее нужно в экстренных случаях, при очень сильной сухости кожи, при шелушении кожи, при резком появлении морщин, после отеков, стрессов, возможно, каких-то негативных переживаний. Эта маска очень быстро восстановит и уплотнит кожу. Если ваша кожа имеет большое количество мелких морщин и похожа на пергаментную бумагу, то лучше всего эту маску делать курсом. Курс продолжается 4 дня. 4 дня подряд лучше всего в вечернее время нужно поделать эту маску и затем дать коже перерыв тоже 4 дня. И по мере необходимости продолжить курс. Наносить эту маску нужно на хорошо очищенную, распаренную кожу лица, кожу вокруг глаз, кожу шеи и кожу зоны декольте. Эта маска также очень хорошо убирает сухость и шелушение на руках. Маску также можно наносить на очень сухие участки тела. Держать эту маску нужно не менее 25 минут. Эта маска очень хорошо и очень быстро впитывается. После истечения этого времени маску нужно промокнуть влажным, теплым махровым полотенцем и протереть кожу по кожным массажным линиям. Эта маска не требует смывания с кожи лица. Так как эта маска очень хорошо впитывается, практически за 25 минут ваша кожа полностью впитает этот состав. Эта маска также не требует дополнительного тонизирования кожи. Также после применения этой маски не нужно наносить крем на кожу лица. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всем мира, добра и красоты! А с вами была Оксана. Всем всего хорошего, до завтра. Всем пока-пока!